Сегодня я решила рассказать вам про свои книги по ароматерапии. Это далеко не все, что у меня есть, но вот три из них, которые я купила в Питере, как раз вот сегодня о них речь и пойдет. Следующая книга – это Борис Сахаров «Ароматы и благовония». А в этой книге, что интересно, да, здесь достаточно много всяких эзотерических аспектов, гороскопы, астрология, как использовались масла и ароматы в древности.